Ребят, привет всем. Привет всем. Короче, один из моих осведомителей, так называемых, ну, нужный человек, короче, написал мне сообщение, что там возле одного из офисов, где он живет, короче, выставили коробки. Ребят, едем туда, потому что офисы — это всегда интересно. Так что нужно мчаться. Вот, сейчас еще, в принципе, ранний час. Выставили, скорее всего, еще вчера. Вот, не знаю, раздербанили, не раздербанили, посмотрим. Вот, ну, как повезет. Может быть, еще не все оттуда забрали. А может быть, и вообще ничего не забрали. Ну, посмотрим. Вот тут вижу кучу. Смотрите, еще одна куча по пути стоит, но мы здесь сейчас останавливаться не будем. Едем дальше. Вот так вот. Давайте я вот так нажму. Так. Вот. И поедем. Короче, это самое. Нужно спешить. Ехать минут 8, наверное. Поэтому надо поспешить, чтобы конкуренты ничего не забрали нафиг. Возле офисов всегда, ну как всегда, не всегда, а очень часто выставляют хорошие вещи, поэтому офисы — это всегда интересно. А насчет осведомителей, просто многие мои знакомые знают род деятельности моей, да, и подсказывают мне, если где-то что-то видят, пишут сообщение, вот там-то, там-то что-то стоит, я еду и забираю. Это буквально недавно я подключил всех своих, значит, знакомых к этому, к этому действию, так сказать, да, к моему увлечению. Вот. Теперь намного больше выездов получается у меня, потому что сам я не могу все проконтролировать, а вот люди ездят, что-то видят, пишут мне, вот там-то, там-то, или фотку высылают, либо адрес пишут, там-то, там-то что-то стоит. Ну и тогда мы едем очень-очень быстро и смотрим. Ладно, сейчас буду искать, вот, и как только найду, включусь. Ребят, вот похоже, я нашел все. Так, идем смотреть. Тут даже не офис, какая-то фирма просто. Фирма какая-то. О, ништяки. Ребят, тут. Да ну нафиг. Да ну нафиг, блин. Вы это видели? Короче, забираем дома, смотрим. Офигеть. А, ребят, привет всем. Ну что, видели, да? Вот это коробочка. Две коробочки. Что там было? Сейчас я вам поясню. Вот они. Вот такой вот аппарат. Но над этим я уже поработал. Я, значит, поставил сюда винду. Нормальную винду, десятку плюс жесткий диск. Вот, это уже, скажу так, поработанный вариант. Там еще были, не сказал модель, но сейчас скажу. Значит, еще были вот такие. И здесь тоже я уже, значит, нашел недостающие детали и поставил Windows. Что? В принципе, все четко, все отлично. Вот. Ну, а недостатки сейчас я вам покажу. Одни из недостатков — это, значит, отсутствие вот этих крышечек, ребят. Но я оказался дальновидным. И вот смотрите, у меня попадались эти ноутбуки уже неоднократно, и крышечек вот таких не хватало. Я, блин, в Литве надыбал, в eBay продают в Литве вот эти вот крышки по 2 евро. Я их сразу заказал, блин, два десятка.
И они у меня лежали. И вот они пригодились. Вот эти крышечки подходят прямо вот сюда. То есть все замечательно. Сейчас мы уберем этот. А, нет. Вот так подставлю. Я вам сейчас еще покажу кое-что. Немножко другая ситуация вот с этими ноутбуками, потому что здесь не хватает вот этих крышек. И вот таких крышек у меня как раз таки нету. Ну, вы видите, да, здесь не хватает, значит, крышки и жесткого диска. Как и, в принципе, во всех этих ноутбуках не хватает жестких дисков. Вот. Здесь вот я написал кое-что. Здесь я проверял, тут проблема с тачподом. Ну, нужно смотреть еще, есть ли действительно эта проблема или нет. Вот. Ну, в общем, вот так. Модели. Я забыл модели сказать. Модель у нас Т530. Потом идет здесь у нас Т520. Здесь у нас Т430. Здесь у нас Т430. Ну вот эти маленькие, они все Т430. Так. Сейчас будем смотреть. Да, это 430-й. Немножко так вот. Вот так вот. Это у нас 430-й, немножко заюзанный. Вот, но они в разном все состоянии. Есть хорошие, прям как новенькие. Есть немножко заюзанные, но это, в принципе, ничего страшного. Так, убираем. Еще. Еще два. Тоже 430-е. Маленькие, короче, все 430-е. Они есть в таком формате. И 20-ки, и 10-ки. Но эти вот 430-е все. Вот. Что у нас по большим? А вот еще один маленький. Единс. 30-й, да. Вот. Теперь по большим. Вот еще один маленький, да ё-моё, когда они кончатся. Тоже 30-ка. И сейчас пройдемся, наконец-то, большие начались. И большие у нас, это 530-й, смотрите, он еще это, о, видите? Даже включается. Ну нету жесткого. И нету жесткого, и нету крышечки. Еще один большой. Это 530-й еще один. Дальше у нас. Опа-ля. 510-й у нас есть. Но они все практически одинаковые. 510-й, 20-й. Вот здесь не хватает вот этой красной кнопочки. Но они у меня где-то имеются, такие кнопочки. Ну ладно, я потом найду. Что-то у меня упало там. Вот. Этот мы смотрели. 520-й. Этот мы смотрели. И еще один. Тоже 520-й. В общем, 510-е, 20-е и 30-е. А если 400-я версия, то только 400.
30. Сколько их штук, ребят? Я вам сейчас скажу. Короче, их было, давайте так, их было всего вместе 20 штук найдено. Вот, из которых я уже 5 штук отдал. 5 штук отдал. Вот, ну как, забрали у меня. Забрали 5 штук. Поэтому осталось тут 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, да. 17 осталось. Значит, было 22. В общем, я, блин, уже со счету сбился. Я столько никогда в жизни не находил много. Поэтому я сам в шоке. Вот. Ну, естественно, теперь, блин, нужно все это приводить в порядок, докупать какие-то прибамбасы к ним, потому что на них нет этих вот жестких дисков и нету блоков питания. Блок питания у меня один остался для всех. То есть это только для того, чтобы проверить, работает или нет. Там все это самое, заинсталлировать винду. Ну и потом нужно докупать какие-то вещи. В общем, вот такие вот у нас бывают иногда находки на улице. Напоминаю еще раз, значит, это все у нас Lenovo. Все, ребятки. Всем пока, до следующего видео, не болейте, удачи!